Магазин с давними традициями. Так характеризуют «Алмаз» сотрудники и многочисленные покупатели. Все необходимое для строительных работ можно найти здесь, причем цены не кусаются. Можно купить все, чтобы осуществить свою задумку любую. Большой выбор материалов, стройматериалов и цены приятные, и обслуживание хорошее. Консультанты всегда подскажут, помогут, расскажут, что лучше. Все, что нужно, в принципе, для покупателя. Огромный выбор товаров для водоснабжения и канализации, фитинги, пресс-фитинги. Также заслуживают внимания и предложения для обогрева помещений. Это и теплый пол производства Нидерландов, который устанавливается непосредственно под кафельную плитку. Для отопления в наличии имеются и радиаторы, как европейских, так и российских и китайских производителей. В этом же отделе представлены пластиковые панели для кухонь и ванных комнат, кухонные фартуки, стеновые панели. Причем вся продукция имеет необходимые сертификаты качества. Большой ассортимент пиломатериалов, фанеры, бруса, досок, реек, а также дверей как входных, так и межкомнатных. И, конечно, незаменимые при ремонте гипсокартон, утеплители и сетка. Для ремонта все есть, мне устраивает, если что, на заказ привозят. Скидка постоянному клиенту очень радует, ребята уже как знакомые встречают. Ну, очень нравится. Как правило, весной хочется навести порядок не только в доме, но и в садах. В отделе «Сад и огород» вы можете найти ручной садовый инструмент – секаторы, ножовки, пилы. Не обойтись при возделывании земельных участков без поливочного оборудования. В магазине «Алмаз» продается все для капельного полива, а также шланги, катушки для шлангов, поливочные установки и опрыскиватели. Есть и оборудование для фонтанов, помпы, подсветки и всевозможные элементы декора. Не стоит забывать, что сад – это еще и отличное место для отдыха. Все для того, чтобы обустроить уютное место для досуга можно приобрести в этом отделе. Садовые мебели, лавочки, шезлонги. Для тех же садоводов, хобби которых виноделие, здесь также можно найти все необходимое оборудование. Отделы «Стройматериалы» и все для сада и огорода магазин «Алмаз» находится по адресу Анапа, улица Толстого, 138. Вход со двора.